Очередной скандальной распродажей отметилась небезызвестная сеть компьютерных магазинов. Прошлой зимой они устроили столпотворение в Кемерово. На этот раз дикая толпа штурмовала магазин Новокузнецке. Ночная распродажа, на которой обещают скидки до 70%, собирает огромные толпы людей. Они уже в первые 5 минут сносят двери. Автомобили запруживают все перекрестки, забивают все улицы. В городе наступает транспортный коллапс. Люди искренне полагают, что в ночь распродаж они смогут купить компьютер и ноутбук вдвое дешевле, чем обычно. На самом деле большинство из них предлагают с такой скидкой только диски и компьютерные игры. К сожалению, самый выгодный бизнес – это бизнес на человеческих пороках и страстях. И самое страшное в этом случае – толпа. Как нам говорят социологи и психологи, толпа – это не простое множество людей. Толпа – это отдельный, сильный, мощный, страшный, беспощадный организм. Толпа затопчет любого споткнувшегося. И вы тоже наступите на него. Вы не сможете ему помочь. Вы должны будете на него наступить, потому что иначе затопчут вас. И вы не сможете выйти из толпы. В нашей истории есть примеры восторженных ожиданий и страшных результатов. В мае 1896 года на Ходынском поле под Москвой собралось 500 000 народа. Люди приветствовали нового царя России. Благодарность людям Николай II раздавал узелки с колбасой, с булочкой и эмалированной кружкой. Люди так рвались к столам за этими подарками, что в результате погибло более 1000 человек. Будут новые распродажи, будут новые толпы. Помните, что лучше, чтобы вас там не было.